В Белом зале Ливадийского дворца стартует мероприятие, посвященное 75-й годовщине Ялтинской конференции. Ведь именно здесь, за этим столом, лидеры трех государств решали послевоенное устройство мира. В важном историческом месте приветствуют артековцев. Сегодня им проводят экскурс в прошлое. Мы с вами собрались сегодня здесь, в этот юбилейный день, для того, чтобы поразмышлять о уроках и последствиях юбилейного события. Артековцы активно принимают участие в дискуссии. Они обсуждают международную политику второй половины 20 века и современности. 16-летняя воспитанница артека Анна Жукова считает, следы исторического прошлого всегда отражаются в будущем. Такое масштабное событие, как Ялтинская конференция, оно сыграло огромную роль в становлении всего миропорядка. До сих пор наша современная международная модель сформирована по большей части последствиями Ялтинской конференции и принятых на ней решений. Именно эти решения повлияли на стабильное сосуществование государств на десятилетия вперед. Лидеры держав искали компромисс и нашли точки соприкосновения, заверил директор артека Константин Федоренко. Вооруженные конфликты отсутствовали на территории мира. И, как мне кажется, в том числе и решение, этому способствовало и решение по созданию Организации Объединенных Наций. Это важное стратегическое решение. Оно было создано для укрепления мира и взаимодействия между государствами. Педагоги школы детского международного центра отмечают, дети хорошо знают историю нашей страны и не забывают масштабные события прошлого века. Сотрудники дворца-музея продемонстрировали школьникам и рассекреченные документы о Ялтинской конференции. Материалы, которые здесь представлены, действительно очень интересные. Ребята получили возможность познакомиться с ними. Они еще до нашей конференции в рамках сетевого образовательного модуля посещали Ливадийский дворец-музей. В выставке представлены документы Минобороны Российской Федерации, акты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей конференции. Также вошли документы и фотографии из фондов Музея Победы. Экспозиция продлится в Ливадийском дворце до 15 февраля. Султанис Такаева, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».